Еще на одной площадке в Москве сегодня говорили о нашей республике. На пленарном заседании спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко представила фильм, приуроченный к 25-летию Карачаево-Черкесии и подготовленный съемочной группой телеканала Совета Федерации «Вместе Россия» под руководством журналиста Владимира Нестерова. Фильм создан при поддержке сенатора от Карачаево-Черкесии Ахмата Салпагарова. Презентация Карачаево-Черкесии на таком высоком уровне очень важна и приятна для всех жителей республики. Хочу поблагодарить Валентину Ивановну за теплое отношение к республике, за помощь и поддержку, которую она всегда оказывает региону в вопросах социально-экономического развития, а также в продвижении территории. Отдельные слова благодарности съемочной группе, которая показала Карачаево-Черкесию глазами путешественника, влюбленного в нашу родину, отметил на своей официальной странице в Инстаграм глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Коллеги, а сейчас давайте посмотрим видеоролик о Карачаево-Черкесии. Спасибо создателям фильма. Какая у нас все-таки красивая страна. Потрясающе. Всем, наверное, захотелось Карачаево-Черкесию снова.